откатываться в сторону Евгению Кочетову, чтобы хоккеистам не мешать. Армейцы перехватили шайбу, и сейчас может опасный выход получиться. Голдобин, и как здорово поймал его на этот силовой Владислав Провольнев. Понимал, что будет Голдобин тормозить, и подстроился быстрым плечом. Красивый момент. Момент. Не знаю, что делать шайбу, я даю ее подвикину. Хвалим этих легионеров. Летел у Каляевой, теряет еще шлем. Бросков с дистанции вообще мы не видели. Ну и вот он, хит Аляева против Кадейкина. Даже шлем Александр потерял. Передача могла получиться опасной, если бы уже подставил клюшку. А так проскочила шайба. Кравков, силовой Емелина, фирменный от Алексея. Ну, это, конечно, красиво. Ну да, ну как ты и говорил, в фирменном стиле. Длинных рук все-таки вернул себе шайбу. Пас на пятак. Нет, здесь игроки Кундуни. Но, правда, очень выводит шайбу из зоны. Неудачно они. Бросок Романцева. И тут же свисток на льду. Оказывается, сейчас Иван Николишин. Контроль, прострел вдоль ворот. Рейдборн перемещается к правой относительно себя. Штангер разряжает обстановку с ворот. Галиев снова один. А здесь Робинсон показывает еще, что несмотря на не слишком выдающиеся габариты, на первый взгляд, он очень крепкий. И он очень здорово вкладывается в эти хиты. Скорость, это, безусловно, его сильнейшая сторона. Сейчас особо и не включался Шиксадаров, но при этом уверенно шайбу завел, а сейчас уже не пускает в зону Виктора Антипина. Подсадили его на бортик и физули. Последнего броска не получилось. Муронову ловят на силовой Емели. Да. Байнин из-за спины Клуса выезжал. Энерго. Очень важную практику. Ну, как играть в юниорских лигах за океаном, это, конечно, хорошо. Но опыт совсем другое. Тут интересная ситуация происходит. Хоккеист трактора вылетел за пределы льда. Сделал даже лучше для Фурта. Вот этот момент. Да, Клинкхаммер выбрасывает Исаева на скамейку Минского Динамо. Очень любопытный эпизод. Через борт, ничего не выдумаю, вот так действует новосибирцы. Пусть Авангард сам решает эту задачу по ходу в зону. Тут Гуркин поймал Дедунова. Ты подними под перекладину, а вы попробуйте с прямых рук. Вот так вот перебросить щиток.